Перспективы развития туристической отрасли обсудили за круглым столом, который состоялся в минувшее воскресенье в Твери. Организатором мероприятия выступила политическая партия «Новые люди». В разговоре принял участие член этой партии, председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Для Верхневолжья туристическая отрасль – одна из наиболее ключевых. По посещаемости наш регион входит в пятерку самых популярных субъектов России, наряду с Краснодарским краем и обеими столицами. Среди гостей круглого стола были краеведы, местные предприниматели, председатель региональной ассоциации экскурсоводов и представители Российского союза туриндустрии. Они обсудили развитие отрасли, текущие проблемы и варианты их решения. Чтобы туристы проводили в Твери и в Тверской области там не 2-3 дня, как сегодня в среднем, да, а больше. Для этого нужно загружать будни, предлагать какую-то программу, сформировать туристические продукты, которые бы заставляли людей оставаться здесь и в будни, не только по выходным и праздникам. В партии «Новые люди» уверены, что важную роль здесь должна играть максимально плотная работа с региональным министерством туризма. Сангаджи Тарбаев выразил надежду на встречу с руководителем этого ведомства в ходе своего следующего визита в столицу Верхневолжья. Свои идеи по развитию данной отрасли представители партии «Новые люди» намерены продвигать и в Тверской городской думе, выборы в которую состоятся в сентябре. Планируем выдвигаться по всем одномандатным округам. Сейчас активно отбираем кандидатов. Планируется у нас проведение обучения кандидатов. Считаем, что победы на этих муниципальных выборах будут за теми, кто ногами оттопчет все одномандатные округа и будет на максимально близком контакте с народом, вот, чем мы, собственно, и уже начинаем заниматься. И мы сегодня встречались с активом, мы обсуждали стратегию, обсуждали кандидатов, обсуждали в целом повестку, которая могла бы быть интересна избирателям в городе Твери. Это даст городу альтернативное мнение. Это даст возможность развивать дискуссию. Для партии «Новые люди» очень важно укрепляться именно на таких уровнях, как муниципалитеты. Участники разговора отметили, что в муниципальном парламенте должны быть представлены различные политические партии, общественные объединения и люди, которые в реальной жизни доказали свой высокий профессионализм. Несомненно, что горожане сделают выбор в пользу тех, у кого за плечами конкретные дела, вне зависимости от того, под какой вывеской идет на выборы кандидат.